В общем, сова очень скромнова. Я не знаю, как я буду это распаковывать и будет ли видно. Она сейчас опять свалит. Короче. Я не буду сидеть, мы будем стоять. Она это специально делает. В общем, Ёль, вернись. Я ж тебе не мешаю. Чего угу? Ого, а потом я тебя выпущу. Ты мне нужна, как этот лицо нашей, как это называется? Короче, да, для хайпа. Вот, я вспомнила это слово. Ёлка не хочет хайповать, ну ладно. Раз уж мы начали, надо это все закончить. Так или иначе, рано или поздно. Ёль, я тебя сейчас выпущу. Только открою посылочку. Мы ее ждали почти 3 месяца. Уже все лето прошло. Вот. Иди сюда, сова. Это очень нужные вещи. Да-да-да. А потом я тебя выпущу. О, я прям чувствую запах. Я не знаю, вообще их видно? Видно. Сиди там. Иди. Ты тоже почувствуй запах. Хорошо, что у меня телефон. Это было бы очень весело бы. Итак. Нет, я стану вот так. Чтобы никто не видел. Что это? Ага. Вот. Вот. Фактически. Вот. Детский и взрослый. Точнее, нет, это для девочек, а это для мальчиков. Ну, или для девочек с большими руками. Теперь я буду медленно-медленно это все крутить. Юль, возвращайся! Нет. Надо вернуть сову. Тишина хорошая. Пойдем с ним. Сова кружева. Ого. Прыгай. Нет, ты не можешь. Давай. Вот. Все, отлично. Итак, сову не видно. Попробуем хайповать дальше. Хайп с совой. Божечки, что я делаю? Я думаю, что те, кто смотрит наши стримы, помнят историю, когда мы гуляли с Дашей, пришел Малик, подарил Даше томагавк, а мне палку-убивалку. И после этого мы обсуждали качество и нужность топоров, и ребята задонатили мне на настоящий клевый кованый топор. Так вот. Сова Угува, как тебе? У нее нет слов. У меня тоже. Он пока в масле. Здесь с клеймом. Я не знаю, наверное, можно было бы бриться. Но мне нечего брить. В общем. Ёль, тебе идет. Но ребята задонатили мне несколько больше, чем стоит этот топор. Поэтому я не могла выбрать, какой мне больше нравится. Добавила еще немножечко денежек и купила себе 2 топора. Ну, как купила? Я их заказала. То есть они сделаны на заказ. Я люблю, чтобы всего было по 2.
Это моя хомячная сущность. Поэтому пахнут они богически. У них рукоятки пропитаны маслом. Опять моя хайпосова ушла. Ёль, вернись. Рукоятки пропитаны маслом. И запах свежего топора. Что может быть лучше? Вот. И топор для девочек. То есть. Моя прелесть. Я не знаю, что ими сейчас рубить. Могу подрубить ёлкину сиделку, но, наверное, она будет против. Но они прекрасны. Сова, вернись, они прекрасны. В общем, вот. Вот такие у меня два топора пара. Они просто... Теперь надо куда-то ехать их тестировать. Ну, в лесу они пригодятся. Вот это очень удобно, он легкий, его удобно носить. И, в общем, лес брать, если за какими-нибудь бревнышками ходить. А вот этот, он больше такой для всяких столярных работ. Ну и, в общем, буду возить в машине. В общем-то, так. А еще они будут красиво висеть на стене, когда они будут в работе. Ёлонька, ты бы только их видела. Ёлка думает, зачем мне топоры, скажи, да? Дайте мне лучше перепелку. Тебе не нужна эта штука? Ты не будешь ее жамкать? На нее можно прыгать, смотри. Я тебе могу ее оставить, когда мы уедем, и ты будешь ее жмякать. Хочешь? Ёлонька, сфоткаешься с топором? Вот. Мне надо красиво для заставки сделать. Угу. А, я не могу. Я одной рукой держу топор, другой телефон. А фоткать-то как? Ладно, потом. Ну, в общем, вот так. Это был один. И вот он. Ага. Офигеть. Точно можно фоткать с носом. Вот так. Тебе нравится? Ёль. Фокусируйся. Ну, скажи что-нибудь. Помидоры лучше, конечно. Ладно. Вот. А, дурацкая держалка.